И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима, Покемон, Кэт, Макс и Серега, и сегодня мы играем в Гаррис Мод по многочисленным просьбам, прятки на карте GTA 5. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем здорово. Все, пацаны, я выдвинулся на убийство. Сейчас я тебя, Димон, первый найду. Ты когда заметил, я тебя первого нахожу? Нет, не заметил. Да ну ладно тебе. Нет, за что? Димон, ты специально так запрятался просто, ладно, да? Давай заново, я просто... Ладно, давай, не считается, перепрячивайся, пока я пацанов ищу, как прячься ты, заново. Как так быстро, как? Да потому что у тебя тут желтые скины, ты как дурачок влево-вправо ходишь, я тебя увидел. Ладно, я теперь не дурачок. Ребята, вы заметили, что вы себя меня последним находите? Сейчас, Димон, ой, сейчас Серега тебя найдем тоже. Да, рано радуешься сильно. Даже не знаю. Так, в бассейне кто-то ныкается здесь? Да, да. Нет. Покемоны, иди. Так, в кустах. Да не хочу. В кустах. Обыскиваем кусты. Мой, не надо это. Под стулом нету. За шезлонгом нету. Под столом нету. В кухне нету. В духовке нету. Под тарелкой нету. Так где вы все? В холодильнике. Ух, какой, ребята, ребята, ставьте лайк за холодильник. Нету. Димон, я знаю, где ты. Ты где-то вот тут вот. О, у кого R2, я вижу его на втором этаже, он ходит на корточках. Я поднимаюсь. Кто-то жестко спалился с R2-шкой. Убийца идет. Димончик, ты где-то здесь, я знаю. Вот ты! Нет! Да кто там убежал? Что за псина вонючая? Вот тут, Димон, вот тут. Я Димона вижу. Димон, я тебя вижу с бочкой. Димон, на улице или нет? Да, на улице. Все, я иду. Димон, там букву Е нажми. Да-да-да. Иду. Значит, что не на улице, я проверял тебя специально, Серега. Отлично, Серега, отличное место. Смотри, где я нашел. Видишь, где я сижу? Нет, сейчас я тебя не вижу, я тут через стенку увидел. Вот я Димаса вижу, по лестнице бежит. Вот он нас... А где ты? Я вижу. Вы же не забывайте, я могу ТП-хаться. Да, мы рады очень. Если что, я не рад. Димон, аккуратнее. Блин, я упал с крыши. Дубль 2. Серега, ты где сейчас? На крыше? Я на крыше вас ищу, где вы, выходите. Я на крыше, да. Я тоже на крыше. А, вы все на крыше. Говно! Димон, я знал, что я тебя найду! Прям передо мной прибежать. Ну и где он? А где-то. Где этот желтый чпокемон? Чпокемон! Ой, я снова вижу тебя, Димон. Здорово. Да где вы все ныкаетесь? Карта такая маленькая, не могу никого найти. Вы читы водите. Самая лучшая нычка, которую я когда-либо видел. А ты в кустах где-то на корточках сидишь, конечно. Мах, можно тебе ловушку поставить? Сейчас, Димончик. Ай! А я не вижу, ты невидимый у меня. А я... Ну, а как так получается, что ты невидимый? На улицу выйти. Сквозь лестницу. Значит, что такое? Бессмертие стоит, что никого поймать не могу. Издеваетесь надо мной, а? На тебе, Кэт Макс. Никого не могу найти. Очень дом запутанный, куча деталей. И даже можно под диван просто сесть и никого не найти. Кэт Макс, давай их мочим. Диван вот в этой комнате в темной шкерится. Я серьезно говорю, где-то вот здесь. Ну, в темном месте-то это да, но ну, не в комнате же. Да не в комнате. Я, конечно, в такой жопе, но не в комнате. Димон, я знаю, где ты. Где я? А я иду к тебе. Я в той серии там ныкался. Если мы одинаково с тобой думаем, то значит ты там, где и я ныкался. Нет, ты не должен. Не. Нычка очень топовая, но ее никто не юзает здесь. В смысле? Ты меня сейчас пугаешь? Давай их искать. Ты видишь, они очень борзые мужики. Стреляю. Блин, сквозь карту провалился, вот говно. Смешно, да? На тебе! Сиди тут, ушами хлопай. Думал, я тебя не видел. Ищем все Серегу. Да, Серегу придется попотеть, чтобы найти. А я знаю, где Серега. Серега где-то вот здесь вот. Ой, что-то у меня подвисло чуть-чуть. Это я просто скрабейби взял. Вот там за окном сидит. Да, он за окном там сидит. А я вас вижу, вот Кэт Макс, вот Димас.
Иди отсюда. А, он в текстурах крыши ныкается. Вот ты, Серега, жук. Да блин, я всех убил, но Серегу не убил. Что за... Да что... Я всех, а Серегу не могу убить. Да где он? Все, мы потеряли Серегу. А Серега молодец, в текстуры залез и сидит. А где вы его видели вообще последний раз? Он был сквозь текстуры. Он забежал в дом, а дальше смылся. Серега, давай выходи. Ты читеришь. Нет. В смысле читерюсь? Я по-честному. А как так можно-то? Ты сквозь текстуры смотрел. А там маленький скин это был. Ну, благодаря маленькому скину. Ну все, ладно, ладно. Люди напишут в комментариях, читер ты или нет. Я читер, ребята. Читер. Ребята, чекайте все кусты, он в кустах. Все. А Димон, теперь я буду издеваться над тобой. Теперь ты ищи, а я буду ржать. Пацаны, давайте так заныкаемся, чтобы он никогда не нашел нас. Так, вот сейчас я буду угорать над Димоном. Около ворот. Что за килл не работает? А, потому что не килл, а ЛШД пишу. Так, ну что, я тогда считаю до скольки умею. Да подожди, сейчас Димон будет считать, до скольки надо. Два. Димас, иди сюда. Не-не-не, я буду по-своему ныкаться. Четыре. Пять. Дальше я не знаю, как считать, поэтому иду. Готовы? Все, я запрятался. Ничего себе, блин, у Скраббэйби, у него руки трясутся, клешни. Все, Димон, ищи. Рыбу можно ловить. Так, делай первого лица, чтобы у вас виднее было. А, опа-на. Ну давай, от первого лица. Опа-на. Опа-на, одного преследую, крокозяблика. Я вижу, ты Скраббэйби бегаешь. Крокозяблик, стой. Димон, не ломай квартиру Майклу, он только его получил. Да, и что, новую купит? У него там так, денег. Так, кто-то в кустах ныкается. Кэтмакс, иди сюда, жук навозный. Серега, я тебя видел, ты в кустах заныкался, возле окна. А ты где? А ты меня не видишь? Так, я Кэтмакса потерял. Выглядывает, Серега. Так, Серега, где же я? Нету. А где я? Ты где-то, холодно, горячо. Я возле бассейна. Видишь меня? Видишь меня? Нет. Димон, иди, Серега, в бассейне купается. Быстрее беги к бассейну. Серега, ну что, увидел меня в бассейне? Нет. Я в уголку за матрасом сижу там. В уголку за матрасом в бассейне, да? Да, mm-hmm. Да. Я тебя нашел. Нет у тебя тут говно. Я в другом бассейне. Тут два бассейна, Димон, ты че? Каких два бассейна? С другой стороны еще маленький бассейн есть. Какой страны? Так тут тоже бассейн, я вижу, смотрю. Читмен, не бросай стулья в бассейн, ты чё? Это новые стулья. Так, я не понял. Ты где? Ах ты, блин, я испугался резко. Я думал, ты меня не найдешь. Хорошо, а я видел твою кепку оранжевую. Так, Димон, я буду тебе помогать. Цветы-то знаешь какие? Зелено-красные, а у тебя кепка оранжевая сразу. Опа-на, такой думаю, что это не так. Димон, я иду помогать. Я иду убивать этих собачачин. Говно какое-то провалился. Есть! Как всегда, я последний. Возьму Чику, Чика, которая жрать не сможет. Димон, а я иду в GTA 5 Сережку убивать. Я не знаю, что сейчас. Он, короче, где-то на заднем дворе. Идем. А я знаю, где он сидел до этого. Если он там же в кустах сидит, то мы его сейчас найдем. Я перепрятался. Немного. Че, на сантиметр сдвинулся, что ли? А короче, ну нафиг, я вам не дамся, я просто вас поубиваю. Мне кажется, где-то за занавесками, не? За занавесками? Теннисное поле. Давайте, идите туда. Ого, здесь холодос, ничего себе. А, я знаю, где он ныкается. Ребята, смотрите, какой холодильник. Мочи его! А, я убил не того. Блин, у меня скин маленький был, у меня прицел на пиписьки, я не вижу нифига тебя. Как будто здесь пиписьки стреляет какой-то. Да убейте его! Я стреляю в его. Ты чё бегаешь тут? У тебя пулемет больше, чем ты сам. Вали отсюда. Есть, мы это сделали. Конечно, не получилось на тобой сильно поиздеваться, но чуть-чуть получилось. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.
Остались.